симптомы утомления, первое, что у нас возникает, это зевота. Первое, что появляется, затем присоединяется тяжесть во всем теле. Каждый человек испытывал, наверное, такое состояние любой ситуации. Даже, например, после сытного обеда у нас появляется чувство тяжести, сонливость, такое, нам хочется прилечь. Вот примерно такое же чувство ощущают водители, когда двигаются дальние какие-то... в дальних поездках. После чувства тяжести снижается внимание, снижается концентрация, внимание, реакция на какое-то действие. По поводу энергетиков, энергетических напитков, начинают они действовать очень быстро, через 5-10 минут примерно, потому что они газированы, потому что там вещества определенные входят в состав этого напитка тонизирующего. И действуют они примерно 4 часа. После чего... после этого выпитого напитка резко начинает появляется слабость. То есть вот все то, что было до напитка, оно в двукратном размере, да, усиливается все эти симптомы.